поселке Новофедоровка на месте. Говорить сейчас о причинах, в данном случае произошедшего инцидента, рано. Все выяснит там следственная комиссия. В данном случае в первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления. Это и ограждение, в данном случае выставление экипажа ГИБДД, соответственно, и вмешивание рублей с целью 5-километровой зоны выставить оцепление. С целью исключить там ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями. Видите, разлет идет, и осколка в данном случае вот находится прямо за спиной. Военный аэродром. Здесь все на месте, достаточно экипажей скорой помощи и так далее. Говорить что-либо о пострадавших пока рано. В среди гражданского населения пока никто не обращался непосредственно за помощью в наше медицинское учреждение. Ожидаем, вот поступающая информация будет полностью публиковаться на моих страницах в социальных сетях.